трехкомнатный дом возле пляжа Солярис в общем дворе. Вот этот тупик, зона отдыха в тупике, рассчитана только на этот дом. Там другие номера однокомнатные, 4 штуки. Столик. Такой столик еще. Заходим в дом. Прихожая. Стоит стиральная машина. Микроволновка. Санузел. Котел. Большая просторная кухня. На кухне большой кондиционер, которого хватает на весь дом. В доме 3 раздельные комнаты. Первая комната, спальня. Большая двуспальная кровать. Большой телевизор. Вешалка для одежды. На кухне имеется большой шкаф. Вторая комната. Здесь маленькая кушетка, кровать для очень маленького ребенка. Телевизор, большая двуспалка. И третья комната. Здесь двуспальный диван. Тоже такая же кушетка. Но если что, можно, кстати, на прокат брать детскую кроватку. Вот такой вот дом.